И он начал технически. Вот, а про эфир скажи, говорю, пожалуйста. Как вы доказываете, что они слышали? Там были? Мое мнение. Да, слышно. Очень интересно. Да, но... Сейчас. Вот задал вопрос. Слышали что-нибудь? Да, про эфир. Вот вы когда задаете вопрос, как летают НЛО, вот казалось бы, там забрал... Вот на этом, в принципе, они и летают. Что Королев, когда столкнулся, ему Сталин дал эту задачу, он глубоко в это вник. И у него есть книга написана, значит, космос не пустой, в нем огромное количество энергии, вот той пустоте, которой якобы мы, только мы не можем это извлечь. И вот извлекается высоким напряжением. Почему не хотят делать все, что до сих пор сделано, тогда накроется. Не Декарта. То есть сдерживает, что новый технологический этап обнулит... все достижения предыдущих... Но я как говорю, почему президент не может внедрить эфир? Потому что тогда всех академиков, которые сейчас числятся академиками, надо гнать метлой, потому что они прозевали эфир и, более того, дискредитировали эфир на своих местах. А как подорвать государственность в стране? Понимаете, вот никто не понимает связь теории с практикой, политикой, с, вот, с бытованием в жизни. А теория как раз определяет смысл содержания, ну, и так далее. Академический домен, почему? Академики, они все на зарплате, они сидят, деньги получают. Потом у нас мировая наука. Любой академик, если даже он выскажется против, ему сразу заткнут глотку. А зачем ему это? У него дети, внуки, у него дача, квартира. Его знают во всем мире, академик. Он ездит на конференции, симпозиумы. Цитирование, есть такое понятие. Ну вот и пусть зависит. Пусть они в своем индексе цитирования сидят. Вот, а просто, ну я еще раз говорю, я много раз говорил, кто сшил пиджак райкиновский, да, вот гольфик они пришивают к рукаву, в общем, и не понимают, чего делают. Я прихожу к директору, я говорю, слушай, кто сшил костюм? Кто это сделал? Я ничего не буду делать, не буду кричать, я только хочу в глаза ему посмотреть. Выходит 100 человек. Я говорю, ребята, кто сшил костюм? Они говорят, мы. Я говорю, кто это мы? Они говорят, у нас узкая специализация. Я говорю, что? У нас специализация узкая. Один пришивает карман, один проймочку, один рукав. Я лично пришиваю пуговицы. Пуговицам претензии есть? Я говорю, нет. Пришите насмерть, не отрвешься. Я говорю, кто сшил костюм? Кто вместо штанов мне рукава пришил? Кто вместо рукавов мне штаны пришпандорил? Кто это сделал? Они говорят, скажите спасибо, что мы гульфику рукав не пришили. Представляете? Их 100, я один, все стоят так, как пуговицы, насмерть. Я сказал, привет, ребята, вы хорошо устроились. Вот так, а кто сшил пиджак, друзья мои? У вас узкая специализация. Вы ерундой занимаетесь, ну вот узкая специализация погубит мир, если не стать на интегральное мышление, интегральную психологию. И вот остановить этот процесс, кардинально остановить, причем останавливать не так мало времени, не много времени осталось, чтобы его остановить. Все это может просто инфернальную воронку закрутиться, и уже такой самодостаточный процесс пойдет. В общем, не хочется каркать, но в общем, не все так радужно.